И всем привет, с вами Макс Риск, новой игре Edge Vapes, новое обновление M0.18.3. Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, смотри, что добавили. Новый игровой процесс, сопровождение каравана клана, сопровождение караваны, защита их от нападений. Ну, мы уже с вами проверяли. И также новый персонаж К.Роху и Максимуса. Вот нападение, приближается новое событие, набор с сопровождением. Кстати, вот этот персонаж можно выбить еще. Я кого-то что-то как-то не выбиваюсь, я почему не везет, сейчас будем вести. Также я еще гайды расскажу. Новые гайды. Я уже показывал старые гайды. Они там есть, там надо. Колесо фортуны и ураганы гонки. Я как-то их не замечал, хочу их найти. Новое на арене. Теперь на арене можешь получить К.Роху, мы уже знаем с вами, я потом покажу вам, ссылка на прошлую серию в описании. И Максимуса, настройка активности, мы настроим награды по ранг, так я проверяю, там все нормально или нет, все. Сложно задание и общее впечатление от Великой Обезьяны, там что, прям Великой Обезьяны добавили, новое обновление, вау, оптимизация, ряд изменений в интерфейсе. Операции, эффективность отображения. Ну а что, запускаем? Я сразу запустил игру. Вам такая пауза, да? Сейчас. Значит, бесплатные. Может быть, выпьем? Все-таки лайк. Переначало только подпишись на канал, ставь лайк. И тебя с этой сундучком будет. Что у меня прям в тебе в руки? Смотри, новый персонаж. Да блин. Там вроде написано, когда новый персонаж, если что. Смотри, еще два. Раз для получения эпического персонажа, тут еще 5. Долговато. Значит, мы смотрели с вами героя. Подожди, говорили, что без сладкого персонажа можно выбить. О, значит, Великая Обезьяна. Про него говорили события. Награды вот такие вот, нужно было не квесты. Наберите очки битвы со всеми. Поэтому бегом, выполняем квест. Так, значит, как я выполнил, вы знаете. Если не знаете, то смотрите. Вам нажимаем, создать отряд и сразу бой. Но, не все так просто. Мы уже с вами знаем один гайд. Если всех прям брать, то они только один опыт получат. Вот, равные силы берем. А потом уже на максимум. И они тут вдвоем получают в 2 раза больше опыта. Это очень круто. Так, что у нас сундучки, давай пособираем. Вообще, даже новый гайд еще буду рассказывать. Так, один гайд. Так, подождите, сейчас. Один гайды. Но персонаж мы уже смотрели, ссылку в описании. Как-то сегодня не хотел бы посмотреть его еще раз. Не, ну давайте заглянем. Почему бы нет? Возможно, он пропал. Ой, блин, куда я нажал? Отлично, сработано. Продолжай убивать этих мутантов. В общем, это он. Чё я сделал? Я что-то сломал, да? Вау, вот у вас графика. Тихо, давайте сейчас починю. Вроде все нормально. Я что-то там сломал. Нет, ну блин, починись. Нет. Сейчас топораем воинов. Тут, пожалуйста. Может быть, давать на новую карту? На 1, а может быть на 6. Ну я не знаю, где лучше, ну ладно. Мне максимум доступен 4 уровень. Окей. Так, отряд, память. Соберем. Так, ну что? Охраменный экран. А вам это не нравится, да? Подождите. Тихо. Что-то происходит. А, ну-ка покажите. А, ну давайте еще раз. Только в другую сторону. У меня другой ваш обычный, все. Ладно, проверяем. Ну, окей, кстати, тут размыто. Я знаю, как это починить, кто не знает. Нажимаю настройки. Смотрите. Я снимаю. Высокое. Давайте. Не так уж и буду много класть. Все, качество сразу увеличилось. Вот. Вот так вот нужно. Также, друзья, качайтесь. Ну что, давайте переступим к гайдам. В этот момент 24 минуты. Стоп, куда я запустил? Другой браузер. Так, новый гайд. Какой-то вчерашний гайд. Давай.
Пожим. А. Значит, смотрите. Предложение. Я думаю, что нужно убрать возможность ставить лайки нашим сообществу в чате. Слишком много людей спамят в чате. Но я посмотрю, реально там много спамят. Кстати, тут на ту кнопочку убрали. Стоп. Берите мне программку. Помощь союзника, помогите. Я тоже помогу. Как помогать его, я уже показываю вам. Сейчас давайте. Территорию тоже взять. Так, вроде бы тут тоже что-то взять. Исследование тоже что-то подкрутить. Говорят, конечно, вот сюда вот заполнено. Вот так вот. Ладно. Это чтобы ускорить время там. Помощь его. Ресурсов. Тут подарки также есть. Можно отправлять, зарабатывать и отдавать. Все. Как будто аккаунт там клан аж не активный. Не, ну может, конечно, другой перезайти. Будет получше. Так, значит, куча там спамов в сообщении. Заходим сюда, вот, личное сообщение, там ничего, вот он. Страничка, играю, хорошо. Два комментария, спамы, да ладно. Возможно, на новой игре, на новой версии. Так, участники, ну, интересно, еще. Колокольчик, ну, штука, добавили. Смотрите, могу изменять страну, клан. Что мне тут добавить? Как мне тут эволюционировать? Ладно, говорят, что их нужно убрать. Окей. Слишком много людей, которые спамят случайными буквами. Сотни смайликов только для того, чтобы поставить лайк своим постам. Людям не составит труда полюбить сообщение. Но если они обрают 1000 сообщений подряд или этими смайликами, чтобы нравиться им, за звание это заставит людей там избежать разговор. Сложно играть за сервер, где нужно блокировать много людей за спам. Ага, значит. Раз. Смотри-ка. Вот. О. А ну-ка будем спамить. Нас хоть не митинг. Так, вроде мы получаем опыт, говорят. Хорошо. Убийство. Очки. Караване. Я это еще не знаю. Давайте тогда перезайдем. Может быть, отправим воинов, потому что мы будем перезаходить на новую карту. Так, вот туда вас. А, до 5-го. Ну, может быть, давайте ресурс какой-то заберем. Так, давайте. Любой источник забирайте. Все. Ты тоже давай новую. Пока я перезахожу. Смотрим новую карту, кстати, давай посмотрим. 32-й север, блин. Вот это вы оторвались, я только на 28-м, а уже 32-й, вау. Так, следующий, значит. Там, кстати, 9 лайков, 2 дизлайка, следующий у нас 20 лайков, 3 дизлайка. Такой краткий, там побольше лайков, очень даже больше. Добавьте в игру место, где будет отображаться ежедневный и или же ежемесячные расписания, все предупреждения событий. Это будет, наверное, классно, предупреждение событий. Наверное, это самое классное. Смотри, это мой аккаунт прокачанный. Так что я, наверное, буду тут качаться. Ну, капец. Так, сейчас выйдем. Собираем хоть что-нибудь. Или воевать будем. Воевать будем, наверное, долго. Или быстро, да, быстро будем воевать. Так, давайте хоть соберите хоть что-нибудь, а потом уже к нам. Идите. А я прям всех воинов отправлю. Стоп. Я воинов отправляю на еду, потом прокачиваю. Такая тоже есть тактика. Вот вам от меня гайд. Так, значит, смотрите, мы должны по полной давать куда там на ресурсы, на битву не нужно. Да, это значит, что защита маленькая. Ну что ж, друзья, поделать. Если скорость нужна, то ко мне обращайтесь. Так, вы знаете, наша цель эволюция. 12 часов. Окей, новый ранг, новая эволюция. Так, что мы прокачаем. Ладно, что может хоть еще? Щит давай, вообще будет шикарно. Помощь союзникам. Бесплатная штука. Так, там вроде бы через один, но этот золотой жетон откроет что-то легендарное. О, медаль Кроха! Круто! Мне медаль Кроха выпала. Это хорошо, но нужно сколько там. О, медаль Майк! Блин, мне везет сегодня на них. Так, говоря клан. Стоп, а я что не в клане? Сменить за 1000? Новая функция, сменить за 1000.
рейтинг топ-1. Все к нам сейчас будут идти. Ох, что-то новое добавили. Ладно, я не в курсе. Окей, это у нас кто у нас? Герой, это клан, это банда. Вот к банде идем, там куча интересных исследований. Так, давай что-то исследовать. Сколько хотите, давай. Наверное, классно очень. Что, хотите еще один гайд? Давайте одну минуточку. Так, что это у нас? О, отправить. Сколько там можно? 4. Забрать. Героя смотрим. Коротушку. Пам-пам-пам. Каратупи. Так, тут у нас двойка. И новый персонаж, который вообще не убивается. Тут даже мало персонажей. Как раз нам хватит на всех. А точно мало? Я помню, их было больше. Сколько всего персонажей? Что-то не в курсе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 16 персонажей. Окей, мы запомнили. Значит, смотрите, тут также я забыл про этот ежедневный вторник сегодня. Да, как-то вы узнали. Завтра среда, да. Тяжелый день. Напиши в комментариях, тебе всегда кажется, что среда тяжелый день. Значит, тут также все собираем. Говорят, что бесплатно можешь получить нового персонажа, да? Я к этому хочу прийти. Куча подарков, куча ускорителей. Точно, блин. Знаете, я, наверное, буду ускорять сейчас. Давай. Сейчас ускорим быстрее. Если хочешь быстро выиграть эти гонки, и тебе как-то нет времени на это, как меня сейчас, то делаю так вот. Универсальная скорость на 1 час. Универсальная скорость на 15 минут. Чем мне покупать нужно? Дайте универсальную скорость 15 минут. Стоп. На 1 час. Так, теперь, да, я думаю, 9 минут достаточно. О, 5 орка. Дальше у нас идиот. Ну, 1 минуту хватит. Все. Дальше мы, друзья, смотрим туда вот. А что, так нельзя? Так можно. Так, подписаться. Вроде на всех на вас подписаны. Идите. Все, хватит. Так же, сообщение. Ох ты, блин, почти забрать. Кто-то мне дал что-то. Отчеты. Так, вроде бы забрал. 16 тысяч этих вот дисков. Как-то наши люди, которые там собираются отозвать. Один есть. А где еще? Стоп. Ладно, есть не способ. И посмотрим зато еще одну карту. Где они все? Так, как там у нас уже все, уже война. Для чего мне делать? Ё-моё, красные захватили. Офигеть, какая карта. Подожди, реально красные захватили? Стоп. Давай посмотрим. Две ракеты, это вы бы, наверное, рофлите. А сейчас, подожди. У меня сила 150 тысяч. Блин, даже красные захватили зону. Так нечестно, красные. Да, реально, красные захватили. Синие вот там. К вам там гости. И гости. Ё-моё, у вас реально тут жестко. Подожди, пятый левел, чё, ну ладно. Вы знаете, что нужно управлять меньше отрядов, чтобы прям вот так сделать, да? И вот так вот, если успеем вообще. Так, битва. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Как там их такая... А как там у нас? А, Монсуно! Помните? Лайк ставьте, тоже смотрим Монсуно. Так, 2.15. А почему бы нет? Наверное, такой мощный. А нам воинов не так уж сложно тратить. Равную силу. Ну давайте равные силы. Так, и подкрепление, конечно. Конечно, можно 4. Да, блин, говорили 4. Так, значит, окей. Могли подготовиться к будущему. По сути, календарь возможности в бан. На новом календаре для отображения продолжительных событий не они появляются, то есть рекомендуется делать это все. Блин, куда я зашел? Вот тут рекомендуют эти вот добавления, вот тут добавить кое-что важное событие, это будет, наверное, вообще классно. Как там битва? Раскар, они горят, это Монсуно. Блин, отправим бы, кстати, нашего каратуна сенсея. Нет.
Победа. Ну, это было жестко, друзья. Сейчас все больницы. 18 секунд. Что нужна помощь? Да ладно. Не так уж сложно. Давай еще. Ну, ладно. Давай еще. Тренировка не помешает, как по мне. Так, как мы знаем, давай хоть троих добавим. Победить сложно. Потом добавляем еще один отряд. Равные силы. Потом добавляем подкрепление. Тихо-тихо-тихо. Третий отряд. Все, друзья, низко. Ну и ладно. Зато три этих вот воина. Вот он с третьим бой, сейчас вам покажу. Я буду читать. Новое что-то. Ну что новое? Так, вчера нас добавил администратор. Модератор. Предложение. Добавьте карты. Какой-то VR-карту. Магазин у нас должно быть возможность покупать опыт 1000. И их следующая покупка за еду железо требует уровня. Да зачем? Я потом покажу, где она находится. Вы смотрите бой. Блин, разгарный бой. Давай посмотрим. Все, видите, получили тройные опыты. Вот где нужно идти, сюда идем, получаем. О, одно бесплатно. Зря. Ладно. Каждый там час. Так, 10 акций. Я хочу, конечно, по двадцатке. Это будет классно. А что это такое у нас? Контрразведка. Фотографируя запрещено. Враг, разведающий ваш город, не получит никаких информаций. Пикник длинность 12 часов. Классно, но зачем? Хай он получит информацию, чтобы я был страшен для него. 50% рекомендую. Диски 20% самое, наверное, легендарное. Все. Купили за 20% акции. Это, наверное, вообще шикарно. 23 секунды, лечитесь. Лечитесь, конечно, блин, еще как-то подлакивать. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. О, там, кстати, нам говорят, ну, уже знаете, про клану. Так, пособираем новенькие универсалы. Так, заходим, значит, давай. Отлично, всякий раз справляйся в бой с обезьян-мутантами. Ты показываешь свое могущество. Доверить тебе армию было лучше. Предложение мое, общая сила, она всегда увеличивается, если что. Они, вероятно, только в силе. Ладно, я понял. Так, значит, вроде все почитал. А, последний. Вроде хай будет. Там что-то тоже интересно. Ай-яй-яй-яй, вышел из этой данной программки. Конечно, события обезьяны. Особенно события убийства. Мутантов. Долго вознаграждение дружеские убийства меньше. Где награждение за убийство мутантов? Сюда заходите, друзья, получаете некоторые преимущества. Что нужно убить? Наберите 5 очков. Очки, где их набивать? Вы знаете. Заходим сюда, вот 15 левел пишем. Так, давайте 4 отряда отправим, будет, наверное, вообще жестко. Победить сложно. Вот так вот, раз пошел. Бегом, бегом, нужно подкрепление, бегом. Раз, два, никаких шансов. Раз, два, три, четыре. Все, так нужно. Все, друзья, и смотрите за боем, смотрите, какие у меня будут оценки. Так, я лучше соберусь с людьми, использую своих друзей в одном орде и с полным обоймом, чтобы получить очки. Они даже не атакуют других орды и не получают миллион очков. Я считаю, что даже если вы выполняете все 4 события хорошо, но не они ждут до последних событий, чтобы использовать эти техники. Технику. Мое предложение — награды за дружеские битвы, убийство. Убийство одной из той же орды меньше, чем за убийство войск из другой орды. Окей. Так что они все получили вроде бы. Я ничего не заметил. Но, кстати, было офигенно. Я так чувствую. Армию потратили так чуточку. Тут даже не показывается. Ну и ладно. В общем. Перевозка. 1 балл. Перевозка. Доставка. Тихо-тихо-тихо, подожди. Сейчас знаете, что будет? Заруба. Заруба сейчас будет. Вроде бы. Вот видите, 3-3-3. Бегом, защита. Все-таки ролик удлиняется. Ну и ладно. Я, наверное, буду меньше ролика записывать. Ну, нет времени. Так. Отряд.
Не. А, ё-моё, идут атаковать на нас. Давайте, со всех отрядов. Или там понемножку, понемножку. Так, давай, ты пошел. Карта офигенно, кстати, чтобы посмотреть. Может быть, подкрепление все-таки отправить, а то как-то они не справятся еще. Давайте. Подкрепление. О, пошел процесс. О-хо-хо. Есть, получили опыт, смотрите. Так, вроде бы, о, ракета. Так, вроде бы тут должно еще что-то быть. Так, давайте где-то тут сделаем палатку. Создать отряд сюда. Ай-яй-яй-яй. Атаковать. А, стоп. Домой. Вы там, домой. Ай-яй-яй-яй, блин, мутант идет. Внимание, приближается обезьян мутанта. Да, блин, иду, блин. На помощь. Раз. Может быть, два. Помощь тут. Бам-бам. Знаете, мы, наверное, вообще тащим. Так, там еще будет еще кое-что важное. Давайте я из базы буду переправлять, потому что это эффективно. Здесь нельзя. Нельзя это делать, потому что неэффективно. Так, вот еще одна. Так, давайте. Раз. Давай, блин. Нажимайся. Два. Ну хоть тройку. Ну там дополнительно. Помочь сразу, да? Все, война. Мы прикрываем своих. Последний отряд. Четыре отряда, видите? Один отправщик, а один воевщик. Вроде бы. Ладно. Вроде бы все. Там еще одно, блин, тут тяжело, блин. Тихо. Не готов. Давай. С кем там? Ё-моё, четыре отряда. Ты чё, Крейзи? Крейзи — это мифический персонаж, как по мне. Кстати, я ж могу там отправить кого-то. Давай Курутоби сенсея. Давай, блокируйте всех. Воюйте, давайте. Все на войне. Жестко. Так, отлично, красавчики. Так, красавчик. Еще немножко. Сюда, еще будет еще волна. Или мы доставим все-таки. Там еще говорят. А, всего? Фух, друзья, было жестко. О, ё-моё. С плюсом. Класс. А, всем спасибо за просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи, всем пока. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа и справа внизу. Есть такие подсказочки. Нажимаете и смотрите данные ролики. А чтобы было хорошо, рекомендация вам. Значит, смотрите. Можно воевать. Я буду пойду воевать. Потом отправлю их на куда-то на ресурсы и загружу данный ролик этот. Там еще нужно типа того. Пока.